Рассада хосты гибридной Christmas Tree первые годы после посадки будет медленно увеличиваться в размерах, однако во взрослом состоянии вполне напоминает низкорослый кустарник с огромным количеством крупных, плотно прилегающих листьев. Отличительной особенностью растения можно считать выброс соцветия на длинных ножках в период цветения. Обычно хоста – это маленькие колокольчики белого цвета, которые бывает трудно заметить невооруженным глазом. Как и другие, этот вид нуждается в защите от прямых солнечных лучей, влажной почве и воздухе. При обеспечении всех условий она будет цвести на вашем участке до 20 лет. Хоста гибридная Christmas Tree – это многолетнее растение высотой 50 см. Цветок лучше всего подходит для одиноких посадок, групповых посадок и может достигать до 90 см в диаметре. Хоста прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для кислых почв. Расцветает хоста гибридная Christmas Tree в месяц июль-август. Цветок окрашен в светло-сиреневый цвет. Лист этого прекрасного растения по форме сердцевидный. Весенняя окраска листочков зеленая с крупными бороздками и светло-кремовым краем. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.